То, что касается футбола, мне кажется, что мы опоздали с этой идеей, потому что, в общем-то, уже, по-моему, несколько лет, как мы знаем о том, что будет чемпионат мира, и мы готовимся к нему, но не создан тренд, не создана элита футбола, не создана та команда мечты, которая могла бы нас привести к победе. О победе не может быть и речи.